Утро доброе. Вести «Утро Карачаево-Черкесия» с вами. Сегодня 25 июня. Если в этот день будет ясная погода, она предвещает большой урожай сена. Ну а дождь в этот день говорит о том, что и во время сенокоса будет дождливо. А что нам обещают синоптики, узнаем чуть позже. А сейчас время новостей. Ежегодно в день памяти и скорби на Софийской поляне в Архызе вспоминают тех, кто отдал жизни, освобождая родную землю. По традиции в мероприятии приняли участие представители Зеленчукской районной администрации, ветеранских и образовательных организаций, силовых ведомств, казачества у безымянной братской могилы, как бы оживили историю прошлого о героической обороне, которую организовали около 200 воинов и ополченцев. Они погибли, но не допустили прорыва участка фронта. И мы не должны никогда забывать эту дату, помнить, чтить наших предков, которые отдали свою жизнь за то, чтобы мы с вами жили, чтобы жили наши дети, чтобы развивалась наша страна. Сейчас события снова повторяются, и снова против нас восстал весь западный мир. Идет СВО. Я хочу пожелать, чтобы наши ребята, которые там находятся, побыстрее вернулись домой к своим семьям, чтобы это все закончилось, и чтобы всегда над нами было мирное, чистое, голубое небо. Велопутешественник Надар Беридзе проедет веломарафон «Кавказская эстафета» по маршруту Дербент-Сочи. Марафон пройдет по всем регионам Северного Кавказа, включая и Карачаево-Черкесию. К участию приглашены спортсмены, велолюбители, волонтеры, компании, организации, а также все заинтересованные лица. Мероприятие призвано содействовать развитию велотуризма и массового спорта в регионах Северного Кавказа и во всей стране. В рамках проекта предусмотрено проведение совместных мероприятий, встреч, интервью, панельных дискуссий с известными спортсменами, блогерами, инфлюенсерами, амбассадорами брендов. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на черкесском языке. Я с вами прощаюсь. Хорошего дня. И в заключение расскажу, какой будет погода. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, гроза. Днем в отдельных районах сильный. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19. В горах местами плюс 8, плюс 13. Днем плюс 26, плюс 31. В горах местами плюс 17, плюс 22 градуса. В северных и южных районах местами высокая пожароопасность. В Черкеске ночью без существенных осадков. Днем кратковременный дождь, гроза, ветер западный 5-10 метров в секунду. Днем порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19. Днем плюс 28, плюс 30 градусов.